В мае этого года мы рассказывали о том, что жители деревень Ачакасы и Рунга Вурнарского района озабочены состоянием центральной дороги. По ней было невозможно ни проехать, ни пройти. К радости местных жителей и нашей, ситуация изменилась. 2 километра бездорожья, грязь, щебень, отсутствие асфальта. Именно в таком состоянии и была дорога. Выделенные деньги своевременно не освоили, ремонт приостановили, а проливные дожди сделали свое дело. Республиканские власти тогда пообещали, что работы будут завершены. Результаты не заставили себя долго ждать. Наш народ, деревни Рунги и вся, наверное, вот это окружающее очень рада, что мы по гладкой дороге ездим. Слава Богу, что они обещали до 1 июля дорогу достроить и действительно сделали. Дай Бог им здоровья. В данный момент ездим по новой дороге. Да, никаких трудностей не испытываем. Этому рада очень. После майского сюжета выступил Иванов Владимир и свое слово он сдержал. Дорогу сделал это. На отлично. Но доделки есть, но докончат, доделают. Спасибо. Одна проблема решена. Теперь жители озабочены другой, не менее насущной. У нас нет транспорта. Мы пешком ходим в Хирпоси, чтобы на автобусе ехать в Урнары. Поэтому второй вопрос, может, также помогут. И глава администрации, наверное, поможет. Транспорт нам утром и вечером. Чтобы запустить новый маршрут, необходимо отремонтировать еще один участок дороги протяженностью около километра. Теперь вся ответственность на местной администрации. Деньги заложены, 600 тысяч рублей. Дороги состоят от 27 июля. После того, кто выиграет, дорога будет отремонтирована. До 1 сентября дорога должна закончить. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.